моменту битвы за Сталинград его военное авиационное училище существовало почти 13 лет. До войны оно выпустило больше 3000 летчиков, а в первый год Великой Отечественной Сталинградское училище приняло на обучение уже 4000 курсантов. История этого военного учебного заведения вполне могла остаться связанной лишь с одним городом, самим Сталинградом, но время распорядилось иначе. В 1942 году как раз начались самые такие ожесточенные сражения на полях Великой Отечественной войны. 1942 год он ознаменован тем, что войска вермахта подтянулись в целях добычи нефти, кавказской нефти, ближе к Сталинграду. И в это время приняли решение о переводе Сталинградского авиационного военного училища ближе в тыл. Вот. И как раз выбрали нашу Кустанайскую область. У нас и небо было ясным, и ветер умеренным. Для учебных полетов будущих летчиков идеально, но это только в небе. На земле их ждали нехватка горючего для самолетов, дров для отопления и письменных принадлежностей для учебы. Город сам был, в общем-то, как вам сказать, в тяжелом достаточно положении, потому что не было ни дров, ни спичек. Обеспечение было очень такое, мало того, что бумаги не было, негде было писать элементарно документы. Вот если мы смотрим военные годы, военное время, это, во-первых, бумажный голод. То есть то, что можно было писать только на 1/4 бумаги, писали и на обоях, и на, скажем так, кальке, и на... Когда закручивали вот эту вот... самокрутки, так называемые, папиросы на папиросной бумаге и так далее. У нас тоже есть такие документы. Из Сталинграда в Кустанай прибыло немало и людей, и техники. Согласно архивных документов, это были 212 самолетов, 77 вагонов с оборудованием и личный состав, в который входило 3500 человек. Есть специальное постановление, оно датировано 1942 годом, июля месяцем, относится к обкому партии, которая выходила в июле 1942 года, о размещении в Кустанае и в Кустанайской области. То есть, если говорить о Кустанае, то это порядка 15 заведений. Так, например, это школа 20 лет октября в поселке Наримановка, это кинотеатр в той же Наримановке, универмаг по улице Калинина, ныне Алтынсарина, магазин «Бакалия» по Толстого, столовая военторга, дом обороны, дом колхозника, здание облпрокуратуры, также склады по улице Октябрьской и по улице Калинина, конюшня и принадлежащие помещения, также большие склады. Но училище разместилось не только в самом Кустанае. Нужны были взлетные полосы и дополнительные места для обучения будущих летчиков. Все это уместить в одном городе было нельзя. Слишком много курсантов нужно было принять. В итоге, помимо самого Кустаная, отдельные части школы расположились почти по всей территории области. Она находилась в той же Пешковке, Федоровке, в Затоболовке, в Кустанае, Джаркульской МТС, колхоз «Самир» там и так далее. То есть она была разбросана. Принять такое количество людей оказалось задачей непростой, причем трудностей сложилось сразу две. Во-первых, это обеспечение жильем. Тех людей, которые прибыли, нужно было где-то размещать, но свободных квартир оказалось немного. В итоге пришлось решать вопрос за счет местных жителей. Некоторый контингент граждан нужно было переселить, и вот они на это место, значит, селили курсантов, а контингент этот нужно было распределить по районам, буквально в 2-3 километрах от Кустаная, но тем не менее, чтобы они были за городом. И нужно было эту работу сделать до 15 августа, а вот в июле, то есть сдавался на это месяц, на эту работу. Еще одна задача – продовольственная. Необходимо было решить, каким способом доставлять продукты для летного училища и, в принципе, каким образом снабжать весь коллектив преподавателей и курсантов. Как оказалось, существовали специальные правила, в которых прописывались четкие нормы, сколько грамм какого продукта необходимо было обеспечить для курсантов и их преподавателей. Говорится здесь следующее, что наименование продуктов перечисляется, потребность на одного человека в день и потребность месячная на весь летный состав. И вот, например, хлеб или хлебобулочные изделия 100 грамм на человека, 600 килограмм в месяц. Масло сливочное и сахар по 15 грамм на человека и месячная норма 90 килограмм. Колбаса 100 грамм в день, также 2 дня и на третий 2 единицы, следующие через 2 дня 3 яйца и в общей сложности 2000 яиц в течение месяца. А также сыр или брынза по 50 грамм на человека и 100 килограмм – это месячная норма.
Соблюдение таких требований подразумевало под собой немалую поддержку со стороны, но обеспечить бесперебойные поставки продуктов в военное время само по себе было задачей непостижимой. Летному составу приходилось искать разные пути, чтобы решить продовольственный вопрос. У них еще был свое заготовительное поле, где они сеяли рожь, ячмень. Вот даже вот было такое, то есть это я читаю уже не с наших документов, а где просто вот есть информация. В работах на полях помогали местные совхозы, но и сами пилоты в долгу не оставались. В то время вокруг Кустаная и его поселков было довольно много волков. И летчики занимались отстрелом хищников, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Находясь на Кустанайской земле, военное авиационное училище из Сталинграда обучало по 800 курсантов за выпуск. Каждый инструктор мог подготовить до сотни летчиков, среди которых были истребители, бомбардировщики и штурмовики. Если в довоенное время обучение составляло примерно год, то уже в военное время нужно было как можно больше, как можно быстрее поставить на крыло, как тогда говорили, значит, курсантов, и, соответственно, отправлять сразу же на фронт. Эта задача делалась примерно за полгода. Все эти сведения долгое время считались секретными. Только в 80-е годы была раскрыта информация о том, что в Кустанайской области находилось передислоцированное военное авиационное училище из Сталинграда. Тогда же местные историки по кусочкам стали собирать оставшиеся данные. То, о чем мы сейчас рассказали, известно из сохранившихся архивных документов. Но ведь история хранится не только на бумаге. Осталось ли что-то в памяти тех мест, где располагались подразделения училища? Успеновка. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагалось отделение авиационного училища. Уже в послевоенное время в этом здании размещалась 8-летняя школа. Для тех, кто воспринимает историю намного шире, чем то, что содержится в документах и книгах, и хотел бы увидеть и буквально прикоснуться к ее части, нужно брать ориентир на нынешнюю Успеновскую среднюю школу. Училище должно располагаться как раз напротив этого места. Вот там вот заросли. Сегодня это заросли, а когда-то это был школьный сад, здание школы. И вот в этом школьном здании было как раз Сталинградское военное училище летное. А комсостав жил тут же рядом со школой, вот последний дом, а за ним еще дом стоял, четырехквартирный дом, специально дом учительский, и он был отдан под комсостав для жилья. Поле пустоты. Вот что осталось от передислоцированного Сталинградского училища и от размещенной здесь после войны образовательной школы. Увидеть здесь что-то, напоминающее о военном прошлом, пожалуй, невозможно. Но так было не всегда. Здание по камню разобрали буквально 20 лет назад. Ну, это конец 90-х, наши нулевые, когда было все кругом мое. Можно было брать и делать все, что угодно. Школа была добротная, там где-то в районе сантиметров 80 были кирпичные стены. Ну, то есть, если взять старые здания, у нас в Федоровке есть старая Димитрова школа, красная такая, и вот это, скорее всего, вот это одного времени постройки, вот, добротные, там метра по 4 потолки были, высота кабинетов, окна метровые, наверное, но метра по 3 высотой только окна были здоровые. Школа теплая, уютная, все. Но прошло время, сами знаете. Очень сложно поверить в то, что важный кусок истории в понимании вещественного, того, к чему можно прикоснуться и увидеть своими глазами, в Федоровском районе пропал. Неужели не осталось совсем ничего? На сегодняшний день видно вот за кустами, то есть где был фундамент, где располагались стены. Вот видно тут передняя стена была, поперечная туда. Вот на этом месте когда-то была школа. Пробираться к остаткам фундамента и стен нужно через сухие ветви клена. За ними лежат поросшие мхом камни. В складывающихся из них ровных линиях можно угадать расположение бывших кабинетов и коридоров. Вот сейчас мы стоим на буграх. Это отходы уже от каменных кладок, от кирпичных. А вот эти вот ямки, вот это как раз были стены, и там теперь осталось под снегом, может быть, от фундамента камни еще лежат. А вот это вот все, что мы с вами видим, вот это все остатки той школы. Эту историю сейчас возвращать очень тяжело во многих планах. Начиная с того, что
для того, чтобы что-то сделать, нужны финансы. Это ничем и никем как бы на первых порах не поддерживается. Хотя у нас вот этот же Шаян Хайбулыш, он поднимал вопрос о том, чуть ли не восстановить вот это здание школы. Но я так думаю, это тоже вот желание большое, не только как бы у него есть, но сам вопрос уже утопический. Такое здание построить – это очень большие деньги. Если его построить, его надо под что-то запустить, если вернуть. А если вернуть его просто как музей, я не думаю, что найдется кто-то, кто-то решится построить такое большое здание. Здесь, в Успеновке, был еще аэродром, но и от него осталась только заросшая степь. Даже добраться до этого места мы не смогли. Дороги, ведущие к летной полосе, были разбиты наступившей весной. По той же причине не смогли мы дойти и до могилы майора Афанасьева, начальника Сталинградского авиационного училища. Пройти на кладбище, где она расположена, можно только когда дорога окончательно высохнет. Этого в Успеновке ждут каждый год, чтобы навестить могилу майора. У нас акция идет, вот одиноких могил не бывает. Мы идем на кладбище, убираем за могилками ветеранов войны. И там у нас как раз вот Афанасьев на нашем кладбище покоится. Мы убираемся, по возможности подкрашиваем те, что можем сделать своими руками. Все это мы делаем. То есть это, я считаю, прямой обязанностью военрука, как патриотическая работа, воспитание в детях, вот чувство памяти, патриотизма и даже, может быть, где-то быть похожим именно на дедов. Павел Михайлович Афанасьев был человеком, который занимался подготовкой курсантов военного авиационного училища. Он и сам был военным. Среди его наград – медали за отвагу, за оборону Сталинграда и за боевые заслуги, а также два ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени. Благодаря ему из военного авиационного училища вышли многие курсанты уже профессиональными летчиками, но были и те, кто не дошел до фронта, а погибли в тренировочных боях. Делали... как это сказать, фигура пилотажа высшего, называется бочка, и при этом выполнении этого, получается, этой фигуры, этого пилотажа, получается, они, в общем-то, кто-то вышел из нее, кто-то и нет. То есть есть такое, что можно было просто, даже выполняя определенные вот такие тренировочные полеты, можно было просто, вот многие из них не доехали до фронта, то есть многих из них не причисляют к участникам войны, вот о чем речь. То есть тренироваться они тренировались, но не до фронта как такового они не добрались, вот. И здесь уже многие из них вот погибли. Фамилии тех, кто погиб в тренировочных полетах, можно увидеть и сейчас. Они выбиты на стеле в Кустанайском парке Победы. Этих фамилий 23. Но, вероятно, это далеко не все погибшие курсанты. Время от времени появляются сведения о все новых погибших молодых летчиках, которые так и не успели совершить вылет в реальном бою. Их истории известно довольно мало. Курсант Михаил Троянов погиб в тренировочном бою. Он выполнял полет, и во время него пришлось катапультироваться. Он раскрыл парашют, но его купол зацепился за хвостовую часть истребителя. В итоге парень погиб. Еще один курсант Михаил Резябкин. Он тоже совершал тренировочный полет. В ходе него он совершал переворот, однако выйти из него он не смог из-за того, что ремни были недостаточно затянуты. Все эти истории стали известны благодаря журналистам, которые пообщались с ветеранами войны. Но теперь, похоже, эти истории остались только в газетных статьях, ведь услышать их от самих ветеранов уже не получится. Я пришел председателем районного совета ветеранов, меня избрали 15-го года. И тогда было 14 живых, было 14 человек. И вот за 6 лет осталась одна. Единственная женщина-ветеран, к сожалению, не имеет отношения к авиационной школе. История вновь ускользает незримой тенью. Даже в тех видеозаписях, которые сохранились от ветеранов из Федоровского района, нет воспоминаний о военном авиационном училище. Но вот нам вновь говорят о месте, к которому можно прикоснуться и которое все еще цело. В те времена, в военные годы, здесь много было таких вот знаменательных и событий, и мест. Вот территория бывшей красной школы, почему красная, это из красного кирпича обложена она. Там была школа младших авиационных специалистов, ШМАС. Готовили воздушных стрелков. Сейчас в этом здании находится районный отдел образования. Издали может показаться, что следы прошлого все же остались. На кирпичных стенах видны нацарапанные фамилии. Их довольно много. Не это ли та часть истории, которую мы пытаемся найти? Выпускники школы, которые заканчивали эту школу, оставляли свои автографы. И вот приезжали из Германии,
по-моему, из других стран, из России, и приезжали, и смотрели, и делились своими воспоминаниями, ну, с земляками, и да, вот мой автограф, а вот мой автограф. Может быть, они участвовали в войне, эти выпускники школы, вот. Но оно не связано с этим училищем, с военным училищем, со Сталинградским. И вновь нет. Кажется, что тщетны все попытки увидеть то, что одним своим видом напомнит о былом времени и отваге курсантов и летчиков. И все же нам немного везет. Хотя бы на простую идею – поставить памятник летчикам из училища, которые в годы войны перевозили топливо из Омска в Челябинск и уже на пути к цели потерпели крушение. В мыслях есть вот на том месте, где погибли те летчики, которые перевозили горючее, поставить не памятник, а, ну, типа стелы за счет предпринимателей, которые на территории этого округа. Собираемся с ними переговорить и восстановить, восстановительные работы провести. Примитивный такой памятник поставили во время падения, когда произошло несчастный случай. Это был 42-й год. Мотор загорелся, и они решили сесть на водную поверхность, смягчить удар. И там озеро, и... Кустанае военное авиационное училище просуществовало до конца войны. Его перебазировали под Новосибирск уже после, в 46-м году. Но за это время кустанайская земля смогла воспитать здесь 2500 профессиональных летчиков. Из них около 300 стали героями войны и получили медали за отвагу. Однако чем дальше становится война, тем сложнее воспроизвести в памяти истории тех людей, которые отдали свои жизни ради победы. И в итоге теперь эти слова «за победу» звучат уже не как призыв идти в бой, а как повод задуматься и вспомнить историю молодому поколению.